Всем привет, с вами снова Максим, и сегодня у нас очередной рецепт. Готовить мы сегодня будем красную рыбу, будем ее солить. Что нам для этого надо? Соль, черный перец, сахар, лимон, укроп и такой спайс называется All Bay Seasoning. Рецепт, я как бы сказал, или я его назову рецепт пиратский. Потому что мы добавили немножечко рома в процесс. Процесс, как обычно, я начинаю с дегустации. Всем рекомендую. Хороший ром. Будьте здоровы. Можно с лимончиком, можно без. Его закусывать не обязательно. Итак, начинаем. Берем контейнер. Одна ложка столовая сахара. Убрали. 5 ложек кошерной соли. Убрали. Пол ложки черного перца, молотого перца. Ложку All Bay Seasoning. Может быть, я так его насыплю. Попробуем. Прекрасно. Ложку укропа, сухого укропа. Все тщательно перемешиваем. Кладем рыбу в контейнер. Но перед тем, как мы ее положим, мы просыпаем дно тем, то, что мы сейчас только что намешали. Красная рыба. Кладем ее в контейнер. Чтобы было всем видно. Все. Не все. Теперь немножечко... Поливаем рыбу ромом. Чуть-чуть, 1 столовая ложка. Протираем, чтобы ром впитался. Засыпаем основной смесью. Немножко помассажируем. Замечательно. Теперь выжимаем сок лимона. Половинку лимона достаточно. Ну и, собственно, все. Закрываем пленкой. И отправляем в холодильник ровно на 12 часов. Может быть, на 14. Завтра будем пробовать. Итак, рыба готова. Прошло 14 часов. Рыба дала сок. То есть соль с нее вытянула всю влагу. Теперь что нужно? Теперь ее нужно помыть под холодной водой. Всю рыбу я помыл, она готова. Теперь мы просто начинаем мелко ее нарезать. Под углом. На небольшие кусочки.
Приблизительно 0,5 сантиметра толщиной. Теперь не мешайся. Считайте, что сделано. Найдем аккуратно мисочку. Очень красиво. Так, запчасти я потом обглодаю. А дальше все просто. Лимончик. Даже нет, не лимончик. Сначала подсолнечным маслом. Чуть-чуть. Потом каперсы. А вот теперь лимончик. Все, рыба готова к подаче. О, я не показал, ничего не видно. Вот такой конечный результат. Будем пробовать. Ну что, друзья, конечный результат, пробуем. Хоть и утро, но... Для процесса обязательно надо перед джимом принять немножечко рома. Ваше здоровье! Закусываем красной рыбкой и турецкими бубликами. Нежная, в меру соленая, но вот прямо как доктор прописал. Всем пока!